Молодые ученые и инноваторы получат гранты губернатора. Реализовать научные проекты дает возможность Министерства образования и молодежной политики. Прием заявок начался. Под категорию «молодой ученый» попадают аспиранты или соискатели ученой степени в возрасте до 30 лет, кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет. Размер гранта не фиксирован. Каждый молодой ученый к своему проекту предлагает смету. Смета вместе со всем проектом анализируется и либо удовлетворяется, либо корректируется, либо там финансируется частично, ну и так далее, и так далее. То есть размер, нет единого установленного размера гранта. Он варьируется в зависимости от содержания научного проекта. В областном центре в 9 научных организациях работают 120 молодых ученых. Гранты губернатора инноваторам выделяют ежегодно. Для участия в конкурсе необходимо описать свой проект и прежние научные достижения. Вся документация принимается в печатном и электронном виде по адресу улица Транспортная, дробь 23, кабинет 208. Решение вынесет специальная комиссия. Заявки принимают до 15 октября включительно.